Гуманитарный центр Севастопольского благочиния получил президентский грант на оказание помощи жителям новых территорий Российской Федерации и бойцам спецоперации. Его сумма составляет 10 298 тысяч рублей. Грант получен на календарный год, то есть мы начали его исполнение и работы по гранту 1 февраля 2024 года и 1 января 2025 года. Мы должны выполнить те обязательства, которые мы, в общем-то, предложили при получении этого гранта. Хочу напомнить, что мы получаем уже второй президентский грант, за что мы сердечно благодарны президенту Российской Федерации. Гуманитарный центр действует в течение 2 лет. С помощью севастопольцев он занимается сбором средств, вещей и продуктов для жителей прифронтовой линии, российских воинов, раненых, проходящих лечение в госпиталях, беженцев, проживающих на территории Севастополя. Кроме этого, благотворительной миссией организована доставка всего необходимого в места назначения. Это разносторонняя помощь, и я надеюсь, что мы сможем этот год поработать, но, конечно, молюсь Богу о том, чтобы все же активные действия закончились, чтобы наступила победа. Но даже после наступления победы все равно эта помощь понадобится еще на протяжении какого-то времени. Благочинный Севастопольского округа также подчеркнул, что особое значение при реализации гранта уделяется оказанию необходимой духовной помощи. Не секрет, все знают, что священнослужители выезжают на передовую, священнослужители трудятся в госпиталях. В наших госпиталях Севастополя практически, не практически, а каждый день находится священник, который оказывает духовную поддержку, духовную помощь, который крестит, исповедует, причащает, но и оказываем помощь адресную, непосредственную, там, где это необходимо, вот в этих условиях.